посмотрим, если мы поймаем привидение. Вот здесь вот белые штуки летают такие. Это привидения, мои золотые. Никаких мошек здесь нету. Никакого снега. Вон их видно, они летают. У нас в доме водится привидение. И вот тебе, пожалуйста. Когда включаешь в темноте камеру со светом, который от камеры исходит, их можно уловить. Вон, посмотрите, сколько их летает. Никаких здесь мошек нету. Я вот сижу рядом, смотрю же. Вон сколько их, вон. Куча мала. На белом фоне плохо видно. Вон они, тучи прям. Так вот. Я в спальне снимаю. Сейчас 5 утра. И белые штуковины летают. Эти вот щелчки сейчас слышали? Вот это тоже они.
сейчас скажи привет. Скажи привет. Скажи привет. На работе бесплатные игрушки раздавали к Пасхе всем. Ну, там разные-разные игрушечки были. И вот я Мишку взяла для Буськи. Ну, качество не очень, конечно, но ему пойдет играть. Сейчас я ему покажу. Он игрушки обожает. Там были овечки еще, зайчики, цыплята и мишки. Сейчас я ему дам. У нас здесь сзади дома. Ну все. Здесь коробки сложили. Здесь, конечно, разбирать. Бруно! Бруно! What is it? What? What is it? Sit? Okay. Bruno. Куда понёс? Куда понёс? Здесь его кость валяется рядом со стремянкой. О, понес играть. Хорошая игрушка. А? Хорошая игрушка, Пусечка. Ой, как он игрушки обожает вообще. В общем, прошло где-то минут 20, как я Бруньке дала игрушку. И вот у игрушки нету глаза. Он его, я не знаю, куда дел, то ли съел, проглотил, то ли где-то валяется глаз, но глаза нету. Нет, Бруно, я тебе не дам, не-не-не, здесь синтепон вылазит, ты его с синтепон начнешь кушать, нет, все. Здесь вот у меня на подоконнике стоит мята с огорода, я ее посадила в землю в стаканчик, это я своей пациентке отнесу на работу, она любит растения. Здесь вот мой перец растет. Здесь я прорастила семена пироканты. Такое растение с красивыми красными ягодками. Здесь у меня вот листья каланхой лежат. Вон детка пошла. Здесь лимончики растут. Вот. И очень много на улице у меня в горшках. Вот, вот моя мамочка на видео. Привет! Я люблю тебя, моя дочечка, сладенькая моя. Я тебя тоже люблю, моя золотая. Ты моя радость. Сейчас этот ноутбук у Женьки там, она решает, попросила. Ты с телефона, что ли? По математике. Я с телефона, да. Вот это вот работа наша, и вот здесь вот утки гуляют. Утки гуляют здесь, прямо возле нашей работы. I know.
Ой, какие сладенькие! Взять бы вас домой, запечь! Susanna, take one, I'll take another one. Okay. We're gonna bake them. Alright. With rosemary and butter. Delicious! Вот этот фонтан прямо напротив входа в здание, где я работаю. Так вот он выглядит. Вот это вот вход в здание. Вот это вот все здание одно.